Кубковая игра. До игры говорили, что будет очень сложный матч. Здесь силы и шансы абсолютно равны. Мы играли в гостях. Енисей, естественно, предельно мотивирован. Был у нас большая группа игроков, которая осталась дома в силу разных причин. Кто-то по драме, кому-то немногим дали отдохнуть. И, в принципе, вышедшая сегодня, может, в первом тайме была некая скованность. Играли не так надежно в обороне, как хотелось бы. Но в втором тайме хорошо сыграли в обороне и в атаке, создавали моменты, смогли забить. Моменты у нас и в первом тайме были, но вместо того, чтобы забить, мы пропустили. Пропустили мяч в матче и красивый, но, наверное, достаточно случайный. Здесь сложно кого-то винить. Поэтому смогли собраться, проявили характер, волю, выиграли этот матч сложный. Будем готовиться к следующему.